Всем большого йоу, с вами Алуч. Мы сегодня снимаем классный клип в бассейне. Нашли эту локацию прям с совершенным чудом. Мой друг и знакомый Слава Кулешов, тоже режиссер, здесь снимал один творческий лайв-клип и вот посоветовал эту локацию. Очень много людей работает, прям команда худпостов, оператор, осветитель, продюсер. Даже 3D-шник наш сегодняшний приехал, вот в роли ассистента-продюсера. Он тут тоже помогает красоту наводить. 3 локации у нас сегодня будет. Будет весело. Погнали! Привет всем, мы находимся на съемочках артиста Кир, потому что зовут Кирилл. Опа, и там у тебя опа. Вот так вот, сюда его. Сюда его, на базу. Давай, давай, давай. И ты эффектов накидаешь. Я там чуть-чуть подкину, да, травишек. Потом другой чувак еще подкинет. Огонь горит, но все пиздят, что ты не такая. Суть клипа в чем заключается? Вот эти вот отношения, которые абьюзивные и которые человека связывают и сковывают, как эти цепи, из которых он хочет уже давно выбраться, он хочет их закончить, но цепи ему не дают этого сделать. Но чувства уже давно прошли, то есть это олицетворяет и метафорично показывает опустошенная вода в бассейне, но человек прям его сковывает цепями, эта любовь больная его душит все еще, и он хотел избавить свою партнершу от этой зависимости наркотической. Вы, короче, сами все посмотрите, сами все увидите, вы поймете, что мы гении. Let's go! Короче, ребята, мы отсняли первую локацию. Было очень круто, атмосферно, охуительно получилось. Сейчас мы приехали на вторую локацию, на лофт. Ребят, готовятся. Скоро все увидите. Пиздец, у меня мурашка пошла, ребят, охуенно. Мы сегодня находимся на съемочной площадке, где снимаем клип для Кира на его песню «Пару грамм». И у меня сегодня самая ответственная и важная задача здесь. Я сегодня здесь нахожусь в роли куколда. Спасибо. Траблюсь в том, как тебя спасти. Порошки не помогут, блять, ну приди к 10. Я так тебя жду. В этой бучей квартире лишь похоть, сука, я скоро умру. Ну спаси меня прямо сейчас, ведь я утону. Подвигайся немного под музыку. Без любви, без самых убитых чувств. О, хорошо, хорошо. Немножечко разговорного формата, потому что бэкстейджа на следующих двух локациях у нас не было. Но это не повод о них не рассказывать. Во-первых, это Хромакей. Там ничего необычного не было, мы просто пофлексили с Джоном Сноу на Хромакее. Кирилл был в такой шубе, ему довольно идет. Вообще классно его собрали, его образы все мне очень нравятся. Мы, соответственно, сделали в 3D две локи, это ад и рай. И оставшийся час мы в этой же студии решили дополнительную локацию взять. Мы изначально не планировали ее, но поняли, что кадров нам довольно не будет хватать. А нет, стоп, это было не так. Да, мы летели по таймингам где-то на часа полтора, поэтому нужна была локация с кроватью, потому что в лофте кровати не было, и пока мы там все подготовили, время уже тикало, и, соответственно, мы на этой же студии возле Хромакея нашли вторую локацию, где и сняли нашу прекрасную актрису в таком нуарном стильке, и получилось прям, ну, секс. Ну и, соответственно, у нас получился такой клип, это был первый дебютный клип для Кира, для нас дебютная работа в поп-рок в таком жанре, довольно хорошо у нас все это получилось. Оставайтесь с Lava Vision, оставайтесь со мной, я лучше, всем йоу, всем до скорых встреч.